Драгоценные, доброе утро. Я приветствую вас любовью Иисуса Христа. С раннего утра давайте обратимся к Слову Божьему. И я хочу зачитать один замечательный текст Евангелия от Иоанна, 13 глава. Здесь Иисус приготовился омывать ноги своим ученикам. Из 6 стиха мы видим, что он подходит к Симону Петру. И тот говорит ему: «Господи, тебе ли омывать мои ноги?» 7 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». И дальше мы видим диалог Петра и Иисуса. Петр говорит, что «не будешь ты мне омывать ноги». Иисус говорит: «Если не буду омывать ноги, не будешь иметь со мной части». Петр говорит: «Ну, если на то пошло, то омой меня всего». Иисус говорит, что омытому достаточно омыть только ноги. Вот. Но сегодня мне хочется сделать акцент всего лишь на нескольких словах Христа. Это 7 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». И знаете, драгоценные, в сегодняшней сложившейся ситуации в мире, в нашей стране, в наших городах, я слышу, как люди задают вопрос: от Бога ли это вообще или не от Бога? И некоторые говорят: куда Господь смотрит? То, что происходит, этот коронавирус, эти болезни, эти ограничения, люди задаются этим вопросом. Но знаете, драгоценные, сегодня у меня есть хорошее откровение. Это не мое откровение, это откровение моей жены. И мы руководствуемся этими словами. Она говорит всегда: Бог знает, что Он делает. Действительно, Бог знает, что Он делает, друзья. Мы видим, что здесь Петр, он не понимает, и ученики, наверное, не понимали, что собирается делать Христос, что Он собирается делать. Но мы видим, что Иисус говорит, что ты не понимаешь, что я делаю, но после уразумеешь. И после, действительно, Петр станет свидетелем казни, Петр станет свидетелем воскресения, Петр станет свидетелем вознесения, Петр один из первых примет Духа Святого. Мы видим, сколько много славы Бог явит в жизни Петра, но на тот момент он не понимал, что делает Господь. Для них было это непонятно. Друзья, если сегодня что-то нам непонятно, надо просто доверять Господу. Бог знает, что Он делает. Бог всегда рядом. Бог пообещал, что Он не оставит и не покинет. И чтобы мы не проходили долины смертной тени, пойдем через огонь, Он не опалит нас, пойдем через воду, они не потопят нас. Бог знает, что Он делает. Давайте будем сегодня и завтра, и послезавтра жить этими словами, доверять Господу во всех отношениях, во всех жизненных сферах. И Бог, Он совершит славу свою. Аминь.